В Южно-Сахалинске прошло первенство Сахалинской области по плаванию, в котором приняли участие более 170 пловцов, в их числе 13 спортсменов детско-юношеской спортивной школы «Ахим». В течение трех соревновательных дней участники первенства состязались на дистанциях от 50 до 1500 метров. По итогам соревнований ахимцы пополнили копилку 27 медалями различного достоинства – 11 бронзовых, 7 серебряных и 9 золотых. Победителями в своих возрастных группах стали Ирина Дунаева, Николай Субботин, Дарья Ночкина и Леонид Герасимов, которые на дистанции 800 метров проплыли выше норматива первого спортивного разряда. Победители и призеры первенства награждены грамотами, кубками и медалями Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Подготовили юных спортсменов тренеры-преподаватели Ольга Воронкина и Наталья Любчик.